Умная поверхность. Поддерживает температуру готовых блюд, сообщает, когда закипает вода, легко чистится и абсолютно безопасно. Поверхность Samsung CTM выпускается в двух версиях – на 4 отдельных конфорки и с двумя отдельными и одной большой. Большая конфорка сама определяет площадь посуды. Здесь можно одинаково удобно готовить как сразу два блюда, так и, к примеру, поставить большую кастрюлю. Главный плюс стеклокерамики – простота в уходе. Из-за того, что нагревается только площадь под кастрюлей, обжечься не получится. Но избежавшее молоко не пригорит. После окончания приготовления протрите поверхность тряпкой, и все, она снова чистая. Управление сенсорное. Мощность каждой конфорки легко регулируется. Это индикатор температуры нагрева конфорки и остаточного тепла. Панель управления можно заблокировать. Если нужно быстро разогреть блюдо, включаем турборежим, и ее мощность вырастает больше, чем в 1,5 раза. С помощью таймера можно установить время, через которое конфорка автоматически выключится. Если хотите, чтобы блюдо оставалось теплым и после приготовления, нажмите на эту кнопку, и активируется режим поддержания температуры. А если нужно вскипятить воду, просто выбираем этот режим, и после того, как вода начнет кипеть, поверхность подаст звуковой сигнал и снизит мощность.